Всех приветствую. Много у меня товаров было на обзорах, но электрические щетки попадаются не так часто. Исправим это дело. Значит, компания O'Clean – это ультразвуковая зубная щетка за 5000 примерно рублей с Алиэкспресса. Ссылку вам, конечно, оставлю в описании. Пожалуйста, переходите, смотрите. Давайте ее откроем, посмотрим, что идет в комплекте, как это вообще все работает. Погнали, у нас же канал о технике. Начинаем. Во-первых, могу отметить, что упаковка мне нравится. Я ее уже распечатывал, ну, чисто распаковку делал. Вот здесь некоторые характеристики написаны. Основные – это цветной дисплей, при помощи которого мы можем, ну, управлять зубной щеткой. Плюс еще она подсоединяется к мобильному приложению, там тоже можно это делать. Значит, есть стенд, который умеет ее подзаряжать. И по заявлениям производителя, то есть 2 часа ты ее заряжаешь, и примерно на месяц работы хватает. То есть не нужно там типа 2 раза в неделю заряжать что-то такое. Раз в месяц примерно, если ты 2 раза в день чистишь зубы. Создает 42 тысячи как-то движений вот, в минуту. Вот, короче, должна очищать наши зубы. Ну, это мы еще проверим. Давайте распакуем. Так, упаковка на самом деле прикольная. Есть куча разных цветов. И тебе так прям товар лицом. Выглядит приятно на самом деле. Легкая. Здесь, соответственно, насадки у нас могут меняться, заказываются они дополнительно. Принцип у всех щеток один. То есть у нас приводит мотор в движение вот эту часть. И это у нас, можно сказать, такая, знаешь, звуковая щетка. То есть у нас движения не такие. Их очень много, и они очень маленькие. Ну вот, смотри, сейчас мы ее включаем. Посмотрите, как она работает. Сейчас, у нас на блокировке стоит. Вот. Это вот работа. То есть она двигается. Ой, щекотно получается. Вот. Такой звук прикольный. И плюс, смотрите, показывает прям. Ого. То есть вот это на самом деле удобно, что когда есть дисплей, хоть что-то ты на нем и сможешь видеть. Ну, это так, конечно, баловство, потому что самое лучшее, наверное, знаешь, купил щеточку, и все обычно чисть. Сам знаешь, что там надо 2-3 минуты чистить, чтобы было все нормально. Ну, есть дисплей, есть мобильное приложение, можно и позаморачиваться. Так, здесь у нас идет кабель для зарядки, так понимаю, микро-USB. Вот, по комплекту это, в принципе, все. Кабель микро-USB, он подсоединяется вот в эту док-станцию. И здесь небольшая инструкция. Ух, даже большая инструкция. Даже показано, как правильно чистить зубы. Что из себя представляет док-станция? Здесь у нас, соответственно, контакты. На зубной щетке контакты. Втыкаем в таком положении. Да, в любом положении. Как бы ты ее не воткнул, она в любом случае будет заряжаться. Вот, заряжается. Сюда подсоединяется сзади микро-USB, который идет в комплекте. Да, в принципе, и все. Плюс, ну, это, кстати, приятно, что есть тремовская сразу прищепочка. Ну, точнее, скотч двухсторонний. Не будет как раз отлетать. Один раз поставил у себя. Хопа. Установил. И также снимаешь. Плюс можно использовать так для хранения. Ну, тоже, кстати, прикольно, что у тебя и док-станция, и вот так вот можно просто ее положить. Еще раз отмечу дизайн. Дизайн прикольный. Вот мне цвет очень понравился. И выглядят вот эти вот золотистые контакты, логотип компании. И вот этот дисплей классный. Такое ощущение, что Mi Band встроили небольшой. Ну, посмотрите. То здесь реальный дисплей, который тебе показывает всю информацию, сколько ты там чистил. Вот могу вам дать рассмотреть щеточку, которая идет в комплекте. Такая вот щетинка. Я бы сказал, что это средней жесткости. Самая полезная фишка, что она показывает время. Теперь у тебя в ванне появится время. Что из интересного? Ну, это приложение, которое под твоим аккаунтом. Сейчас мы эту щеточку подсоединим. Благодаря инструкции обнаружил, что здесь сенсорный дисплей. То есть можно вот так вот перелистывать информацию на этом дисплее. Так это еще не все. Он, короче, еще вот здесь вот сенсорный. То есть можно вот так перемещаться по меню. Слушай, щетка на самом деле удивляет, потому что когда начинаешь разбираться, типа нифига себе, тут даже сенсорный дисплей, офигеть. Даже можно посмотреть уровень заряда батареи. Ну, по управлению я понял все просто. Заходим, вот так вот сдвигаем, и здесь мы выбираем, к примеру, вот есть режим очищения, отбеливания и массаж. Ну, соответственно, чтобы все это дело... Мне не всегда получается наверх сдвинуть. Вот. Не понимаю, где-то вот здесь надо сбоку проводить. То есть вот она, хопа, вот так все действует. Так, выходим назад. И вот так перемещаемся по меню, чтобы войти, протаскиваем в эту сторону.
А, кстати, уже и щеточка проснулась. Так, выбираем щетку, подсоединяем. Я так понял, теперь можно, да. Так, например, там 96-го года рождения. Окей, так, нормально. На зубах пятна от курения. Зубы с использованием... Ну ладно, нормальные зубы у нас будут. Курение нет, ничего такого. Окей. И выбор цвета зубов. Ну пусть будет, наверное, вот такой вот. Согласно исследованию, нам нужно выбрать отбеливание средней силы. Ну, кстати, можно сразу установить программу. Слушай, вот это на самом деле круто, что... То есть ты здесь делаешь, она сюда перекачивается, и тебе не нужно здесь по меню никуда ходить. И при этом вся история чистки попадает сюда. Так, ну, во-первых, предлагаю отправиться почистить зубы тогда. Ну, вы что думали? Надо протестировать, зубная щетка. Сейчас попробуем. Ощущение свежести. Ну, когда ты почистил зубы любимым способом, конечно, ощущение свежести. Так, и теперь мы получаем статистику по эффекту очистки. Здесь у нас по истории, продолжительность чистки. Ну, вот так вот можно собирать всю информацию о себе, когда ты чистишь зубы. Такие дела. Что тут больше ничего не скажешь. Плюс очень полезная фишка, это время показывает. Ничего себе. Так, ну... Все, с вами был Илья. До новых встреч. Пока.